Привет, YouTube. Сегодня получил вот такую посылку. Для ее вскрытия вот приготовил вот такие вот еще аккумуляторы и тестер. Подозреваю, что здесь пауэрбанк находится внутри. Пауэрбанк непростой, а со сменными аккумуляторными батареями 18650, что крайне удобно, на мой взгляд, потому что батареи теряют емкость в течение года, как правило, емкость довольно заметно просаживается, и если у вас пауэрбанк запечатанный, то заменить батареи у вас не получится. Так, здесь в упаковке все, ничего нет. Так, вот в такой коробке. Да, это то, что я думал. Powerbank от фирмы Sunshine, модель E4S. Powerbank Charger. Так, коробочка открывается с этой стороны. Сам Powerbank. Инструкция. И кабель. Все, коробка пустая. USB, микро USB. Кабель выглядит неплохо. Указано на нем, что он достаточно хорошо проводит ток 22 АВГ. То есть кабель качественный. Вот такой сам Powerbank. На два аккумулятора 18650 умещается легко в ладони. То есть не длинный, в отличие от предыдущей версии пауэрбанка. Также здесь есть подсказка, как его открывать. Открывается легко. Так, это вот язычок, видимо, для того, чтобы доставать батарейки. Работает он как от одной, так и от двух батарей 18650. Давайте ставим сразу две. Язычок для меня неожиданность. Вот вы видите, загорелся экран. Сфокусировалось. Экран гаснет, когда не подключена нагрузка. Так, здесь кнопка Power. На экране пауэрбанка видно, что 5 вольт, аккумуляторы заряжены на 100%. И отдано пока 0 мАч. Время также 0, время зарядки также 0. И вот он отключается, если ничего к нему не подключать. Так, сейчас я схожу за нагрузкой. Специально для тестов я приобрел USB-нагрузку. Вот такую.
с переключателем на 1 ампер и 2 ампера. Здесь переключатель. Так, ну давайте сначала переключим ее на 1 ампер и посмотрим. Нажмем сзади на пауэрбанке кнопку Power. Вся конструкция засветилась, загорелся экранчик, загорелся индикатор, который указывает, что 1 ампер сила тока. И USB-тестер показывает, что действительно зарядка подается 1 ампер, 0,95, 0,96. Давайте я нажму на клавишу Reset, сбросим миллиампер часы. И останется только то, что сейчас будет передано из пауэрбанка. Кнопкой включается подсветка, которая гаснет через какое-то время. Также на экране самого пауэрбанка, если вот у вас нету USB-тестера, вы можете видеть, каким током заряжается. Вот здесь видно 1060, то есть 1 ампер. Вот опять вы видите, LCD-экран работает, но нет подсветки. Давайте снова ее включим. 5 вольт, 97% осталось зарядки в пауэрбанке в двух аккумуляторах 18650, и прошла вот 1 минута зарядки. Так, теперь я переключу на нагрузки ток с 1 ампера на 2 ампера. Вот он загорелся красным. Замечательно. И мы видим на тестере, что сила тока увеличилась до практически 2 ампер. 1,83. Сейчас переключу обратно на 1 ампер. Вот чуть-чуть увеличивается напряжение на 1 ампере. Вот я переключаю обратно на 2 ампера. Вот он, просадка видна напряжения до 4,8. Ну, что не критично. И увеличивается сила тока, то есть подает реально 2 ампера. И здесь на самом пауэрбанке также показания 1990, вот 2 ампера ровно было, 1990, 2 ампера, вот, чередуются. То есть реально пауэрбанк выдает честные 2 ампера. Можно заряжать планшетные компьютеры, либо пользоваться разветвителем USB, например, и заряжать, например, 2 смартфона, на каждый подавая 1 ампер. То есть полноценно можно заряжать свой смартфон, ну и смартфон своего спутника. Что ж, вот такой замечательный пауэрбанк. Мне вот было непривычно, что кнопка сзади находится, поскольку у меня была предыдущая версия вот такого пауэрбанка, тоже на 2 банки, и там кнопочка была вот с торца, с торцевой стороны. Вот. Так, ну давайте отключим нагрузку. Нагрузка сильно достаточно греется. Ну, на торце мы видим стандартный микро-USB вход для зарядки пауэрбанка. И большой USB обычный с пометкой 2,1 ампера. И 1 ампер. То есть это гнездо выдает ток и 1 ампер, и 2 ампера. Напряжение 5 вольт. Стандартное для USB. Вот такой пауэрбанк. Если обзор был вам полезен, ставьте, пожалуйста, лайки внизу видео. И подписывайтесь на мой канал вот здесь.
Всем спасибо, пока.